Недостатка в хлебе и муке в стране не будет. Несмотря на капризы погоды, аграрии собрали необходимое количество урожая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства. По словам министра, в этом году в стране всего было возделано 24 миллиона гектаров сельскохозяйственных культур. Это на 652 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Сейчас во всех регионах близится к завершению хлебоуборочная кампания. Собрано около 17 миллионов тонн зерна. К сожалению, из-за непогоды часть собранной пшеницы оказалась непригодной к использованию. Однако остального урожая достаточно и для удовлетворения внутреннего рынка, и для отправки на экспорт, говорит министр. Хозяйства области успешно завершили уборку. С каждого гектара получено по 56,5 центнеров риса. Всего собрано 503 тысячи тонн зерна. Цены на рынке риса хорошие, но все еще много хозяйств, которые не погасили долги за поливную воду. Их общая задолженность превышает 700 миллионов тенге. Как известно, в Жамбылской области ограничен экспорт лука. Цена сразу пошла вниз. Если мы тоже введем ограничения, тоже цены пойдут вниз. Но если мы хотим укрепить положение земледельцев, и они должны это понимать, им следует оплатить использованную воду, закрыть долги, а не разъезжать на джипах на вырученные деньги, вызывая гнев людей. Вы, акимы районов, возьмите это под свой контроль.